Я обещаю, что по итогам чемпионата мы займем третье место. Но только не теряйте надежды, и вместо того, чтобы кричать «Бахтияр, уходи», поддержите меня и футболистов. Вот только тогда увидите, на что мы способны. Это заявление из уст главного тренера Ордабасы Бахтияра Байсеитова прозвучало летом на встрече с болельщиками. После неудовлетворительных результатов поклонники команды требовали отставки рулевого шымкентского клуба. Но Байсеитов пообещал, что исправит ситуацию, и по итогам чемпионата команда станет бронзовым призером. Обещанное третье место фанаты Ордабасы не забыли. И надо отметить, что перед последним туром с Актобе футболисты шымкентской команды претендовали на бронзу. Правда, в решающей игре ордабасинцы непременно должны были выиграть, а павлодарский Иртыш и кокшетауский Окжетпес, соответственно, проиграть. В итоге шымкентский клуб одержал очень сложную победу со счетом 2-1 благодаря пенальти за 2 минуты до конца встречи. Победный гол с точки реализовал Александр Гейнрих. Однако в параллельном матче Иртыш сыграл ничью с Астаной и занял третье место. Ордабасы сохранил лишь четвертую строчку в таблице чемпионата страны. Вот вы на последней встрече с болельщиками обещали, если Ордабасы не займет третье место, то вы подадите в отставку. Вот вы третьими не стали, теперь уйдете? Кажется, Бахтияр Байсеитов не ожидал, что об этом кто-то вспомнит, и потому не смог подобрать нужных слов. Отметим, что в 32 играх Ордабасы 10 раз потерпел поражение и 9 игр сыграл ничью. Разница забитых и пропущенных мячей составляет минус 3 гола. Лишь при благоприятном исходе у шымкентцев есть шанс сыграть в будущем сезоне в Лиге Европы.